ждали так долго, что может быть глупее, чем ждать. Смотри мне в глаза. Ой, не карта, нет, не карта. Скажи мне, могу ли я лгать? И я ручаюсь, я клянусь на упавшей звезде. Где-то мы какой-то в жопе Америки находимся, в прямом смысле слова. Так, ой, какая штука. О, поехали. Прикольно же это возить эти большие штуки. Может, какое-нибудь еще достижение тут будет? Под музыку серебряных спиц, ага. О, музыка серебряных спиц, ага. А там посмотрим. Я где-то читал о людях, что спят по ночам. Ты можешь смеяться, клянусь, я читал это сам. О людях, что спят по ночам. Где это задание? Давайте. Все готово. Приятный музыка, видображая особистость. Задайте реклама любимая. Ваших до останних нот, завдяки Spotify. Что это вообще за хреновина? Слухайте все улюблені плейлисты, альбомы, какие-то трубы, какие-то. Та завантажуйте будь-який трек для відтворення офлайн. Целый кусок реклами. Завода. Лише музыка. Без перерв. Торкніться банера, щоб дізнатися більше. Да-да, мы все это знаем. Вычисление нового маршрута. Мы все это знаем. Как, говоришь, называется это? А, большая конструкция это называется. Груз, хорошо. Большая, никто же не спорит. Им там выехать хоть надо. Ага. Ой-ой-ой, большая конструкция, ты только грузовик не зацепи. Пожалуйста, то он не мой. Фантастический день. Моя природа не дает мне спать. Пожарные едут домой, им нечего делать. Солдаты любви, мы движемся как призраки феи на трамвайных путях. Мы знаем электричество в лицо, но разве это повод? Развяжите мне руки, я вызываю капитана Африка. Право повернул, да. Мы выбрались вроде бы. Огня у слепых богов. Мы
А ты куда машина едешь? Ты сдурела, что ли? Там, где я увижу свое белый растафари, прозрачный цыган, серебряный зверь в поисках тепла. Я вызываю капитана Африка. Ой-ой-ой, давай. Еле-еле. Да. Собою озаряет полмира. Здоровая хреновина, действительно. И стелется гарь. Сколько ж ты весишь, хреновина? Взрослых детей. Во, 55 тонн, это я понимаю. Ты скажешь друзьям, чу, я слышу звуки чудной лиры. Милый, это лишь я. Ну, это альбом так записан. Он называется «Радио Африка». Там вроде бы как промежутках между песен он ловит новую волну. По радио, знаешь. Отсюда и попискивание, потрескивание и все вот это. Это так записано. Спецэффекты. Яростный противник света. Это еще один плюс песням вычерпывающих людей. Нормально. Есть много причин стремиться быть одним из меньших. Просто брали, я сейчас не слушаю. Ну, большинство. Да. А когда этот альбом записывался? А когда он-то записывался? А записывался он в 83-м году. Как несложно понять, ни интернетов, ни спотифаев не было. Чтобы что-то послушать, надо было крутить ручку приемника. Такие звуки были для всех родными. Пинк Флойд тоже использовал такое, только пораньше, на 10 лет.
чем аквариум. Там многие, наверное, просто я знаю. Мало. А так. Ничего особенного. Когда заря собою озаряет полмира и стелется гам от игр и взрослых детей, ты скажешь друзьям: чу, я слышу звуки чудной лиры. Ах, милый, это лишь я пою песнь вычерпывающих людей. Это лишь я пою песнь вычерпывающих людей. Это лишь я пою песнь вычерпывающих людей. Разрешение теперь можно менять. Людей, людей. Конечно. Победа, спасибо. У каждой женщины должна быть змея. У каждой женщины должна быть змея. Ну, это им кто-то дал синтезатором попользоваться, я поиграться с кнопочками. Это день, он такой же, как ночь, но жарче. Это вода, в ней яд прочь. Это мы коснулись воды губами. Я скажу тебе, скипси-драк. Банана-кухи.
жарче. Большую конструкцию везем. Записана большая конструкция. Какие-то трубы, там что-то такое. Ой, это не та кнопка была. Ай. Вон, видишь, какая фиговина. Для какого-то завода, для какой-то фабрики. Что-то. Это очень большое. Похоже на большой самогонный аппарат. Где-то в чем-то. Бак, какие-то трубки из него. Торчат. С таким же успехом это может быть похоже на что угодно. Конструкция какая-то. Куда везем еще эти, хрен его знает. Нам GPS показывает. Куда мы везем его-то? Блин, мне чат закрывает. Ладно. Как называется хоть? Город-то Тусон. Город называется Тусон. Ничего нету такого посмотреть. Здесь можно что-то сфотографировать, но с этой херовиной по городу переться не, нельзя, мне не дадут. Какие нервные лица, быть в беде. Я помню, было небо, я не помню где. Мы встретимся снова, мы скажем привет. В этом есть что-то не то. Но рок-н-ролл мертв, а я еще нет. Рок-н-ролл мертв, а я. Те, что нас любят, смотрят нам вслед. Рок-н-ролл мертв, а я.
такие бигборды интересные, но я вот останусь зачитать, что написано. Написано никакой магии, только наука, но что-то еще же помельче было. Название какое-то. За тех, кто шел с нами, за тех, кто нас ждал, за тех, кто никогда не простит нам то, что рок-н-ролл мертв, а мы еще нет. Рок-н-ролл мертв, а мы не нет. Это масло рекламируют. Те, что нас любят, смотрят нам вслед. Рок-н-ролл мертв, а мы нет. Рок-н-ролл мертв, а я еще нет. Рок-н-ролл мертв, а я. Те, что нас любят, смотрят нам вслед. Рок-н-ролл мертв, а я. Держитесь смелее. Спасибо, Карл. Hello, Red Fox. Хотят. А, право хотят. Хорошо. Зачем их право? Ну хорошо, ехали по центру так. Никто бы не выгнал. Привет, Хаттабыч. Спасибо, Карл Зелик. Непонятно, да, машина, по-моему, идет по одной пути. Ну да, да. Ну, они же меня ведут, правильно? Если я выйду куда-то не туда, придется сначала. Ну, сейчас, может быть, и не страшно. Но там надпись появится. Придерживайтесь своей полосы. Наверное, если очень долго ехать не в своей полосе, то придется. Я же не помню, то ли сначала, то ли с кого-то сохранения посреди пути. Если выпадет снег, я узнаю.
вот я съезжаю на другую полосу, по идее, должна сейчас надпись появиться справа внизу. Вот, придерживайтесь одной полосы. Это расстреляют прямо. Прямо посреди дороги. Возьми меня к реке. Ладно, хватит, и так. Тут недолго осталось. Сейчас приедем потом. Как погоним без всяких ментов. Танцевали на пляже, любили в песке, летели выше, чем птицы. Держите середине. Держали камни в ладонях, яшмин и оникс, хрусталь, чтобы лучше видеть. Чай на полночных кухнях, нам было нужно так много. Возьми меня к реке. Держите спину. Затем съезд справа. Положи меня в воду. Чьи искусству быть смирным. Возьми меня к реке. Бабах! Ну, чё он там стоит? Чё, нормально. Повреждений нет. А штраф — это такое дело. Я сделаю новые двери. Отваливает, я приехал. Пойдем, касаясь деревьев. Странная. Линия передком нормально. Проходим. А вот жопа болтается там сзади, где-то в квартале целом. Положи меня в воду. Учи меня искусству быть смирным. Возьми меня к реке. Возьми меня к реке, учи меня искусству быть смирным. Приехали. Дороже нет. Поехали тогда в Техас. Будьте внимательны на дороге. Пропан, бутан — это то, что мне надо. Затем поверните на это.
да, перепиши слова. Называется, чтобы не забыть. Окно я закрыл, серьезно? Ну это машинально. Не, ну вообще-то... Спасибо, Поки, за элик. Это чтобы потише звук двигателя был. Изначально для этого окно закрывается. Так, конечно, разницы никакой, я могу высунуться бошку через закрытое окно. Запросто. Прям сквозь стекло. Ну, я открываю так для. Я знаю радость печатного слова, но сделали шаг, ты вступишь в игру. А где тут? Все, поехали. Че я здесь встал вообще? Это у меня была игрушка с охотой. Не помню, как называется, но там их несколько же, да? Это в смысле к «не спугни». Это я давно что-то в нее не играл. Цистерна не ушла напрямки туда, по холмам. Это же не полицейская машина, не. Значит, можно обгонять. У нас есть шанс, у нас есть
еще время луны. У нас есть шанс, у нас есть шанс, которым не правил. Время луны, это время луны. Спасибо. Центов там, да, что такое. Блин, я сейчас точно с чатом с этим вылечу куда куда-нибудь далеко на такой скорости буду лететь. Від перших до останніх нот завдяки Spotify Premium. Слухайте всі улюблені плейлісти, альбоми в бажаному порядку та завантажуйте будь-які треки для відтворення офлайн без реклами. Лише музика, без перерв. Торкніться банера, щоб дізнатися більше. Шел по жизни, как законченный граф. Он прятал женщину, стараемый шкаф. Навел себя, как джентльмен, и всегда платил штраф. Он носил фрак, поил шампанским всех бездомных собак. Но если дело доходило до драк, он возвышался над столом, как чистый лом. Он был сторонником гуманных идей. Не зная, что в мире есть столько ужасно одетых людей. Фин. Ой. Блин, сейчас перевернулся. Он жил, не зная, что в мире есть столько ужасно одетых людей. Он верил одно, что очень важно не играть в домино. Ни разу в жизни не снимался в кино и не любил писать стихи, предпочитая вино. Он ушел прочь и не в силах пустоту превозмочь. Смотрим в точку, где он только что был, и восклицаем, почему, что, как, какая чудесная ночь. Но я считаю, что в этом он прав. Пускай так, а сколько у нас до сна? 5 часов, а у нас 21. Надо его положить, это все равно, чтобы, в темноте-то хоть не ехать. Если здесь есть где, конечно. Где бы тебя? Ну, вот сюда можно заехать, да, наверное. Сейчас заставит меня взвешиваться. Наверное. Сейчас придется тормозить. Или нет? Хорошо, благодарю всех. Ай-яй-яй. Да, блин, это не сюда.
За звуки такие. Ну это так, альбом записан так вот, такими звуками. Не знаю почему, это надо у Гребенщикова спросить. Подразумевали, наверное. Может, они же не вспомнят, дело было 40 лет назад. Зачем были именно такие звуки? Дома на цыпочках, мимо открытых дверей, туда, где все светло, туда, где все молча, и можно быть надменной, как сталь. Можно говорить, что все не так, как должно быть. И можно делать вид, что ты играешь в кино о людях, живущих под высоким давлением. Но с утра шел снег. С утра шел снег. Ты можешь делать что-то еще, если ты хочешь, если ты хочешь. Места нет, а здесь. Да. Все, я вижу. Не надо, не? Не. Никаких тебе. Здесь я уже фотографировал. О! А сюда можно заехать. Но это просто агентство, да? Или как оно? Не агентство, а магазин по продаже автомобиля, автосалон. Тут я был. Сюда бы заехать. Да? Да, вот сюда вы заехали. Это, конечно. Какой крюк. Так, а это... Хороший набор. Да, под...
подожди ты, хорошей работы, сейчас мы посмотрим. За четверг. Может, я успею. Сейчас я как искусственный цвет газану. Это так смешно. Я снова один, как истинный новый романтик. Возможно, я сентиментален, таков мой каприз. Держитесь левее.
Подцветет Иван чай. Подцветет Иван чай. Мне не нужно других книг, кроме тебя. Мне не нужно, мне не нужно. Возьми снежный белый холст. Спасибо, ну ладно, извините, я не хотел на красный свет, честно. Да, меня не оштрафовали даже, да? Нормально. Так, тут магазин. Где-то. Дальше, дальше. Спасибо за эту радость, пока цветет Иван чай. Пока цветет Иван чай. Поворот тут направо можно. И не надо. Мне нужно других книг, кроме тебя. Мне не нужно. Мне не нужно. Подожди, движение начинает. Да я отремонтирую машинку. Жалко, что нам не хватает терпения. Но это совершенный метод. Рано или поздно мы опять будем вместе. И то, что было больно, станет как ветер. Сожжет мне сердце. Я повторю спасибо за эту радость. Я повторяю спасибо. А, там какой-то знак был. Где это там был знак? Ну, а, да, там был знак, точно. Ничего. Они починят. Пока цветет Иван-чай, мне не нужно других книг, кроме тебя. Мне не нужно, мне не нужно. Двигайтесь прямо. Великий дворник, великий дворник, в полях бесконечной росы. Великий дворник. Какой же это съезд? Ладно. И виднее.
подъезды. А, коллега. Четверо смотрят на пламя, неужели один из них я? Это был сон, может быть, нет. Не нам это знать. Где-нибудь ближе к утру наблюдатель проснется, чтобы отправиться спать. Спасибо, Карл, давай. Удачи. Пока. Тем, кто держит камни для долгого дня, братьям винограда и сестрам огня, о том, что есть во мне, но радостно не только для меня. Я вижу признаки великой весны, серебряное пламя в ночном небе. У нас есть все, что есть. Пришла пора, откроем ли мы дверь? Я партизаны полной луны, мое место, мое место здесь. Вот я партизаны полной луны. Черном снегу
Я знаю все, что есть, любовь моя, но разве я могу? Так кто у нас начальник и где его плеть? Страх его праздник и вина его сеть. Мы будем только петь, любовь моя, но мы откроем дверь. Полиция.
Возьми в ладонь клевер, возьми в ладонь мед. Пусть охота летящая вслед растает, как тень. Мы прожили ночь, так посмотрим, как выглядит день. Лебединая сталь в облаках. Ветер, туман и снег. Мы одни в этом доме. Не бойся стука в окно. Это ко мне. Это северный ветер. Мы у него в ладонях. Но северный ветер мой друг. Держите середину. Он хранит то, что скрыто. Он сделает так, что небо будет свободным от туч. Там, где взойдет звезда. Куда я вообще еду? Аделаида. Я помню движение губ. И по этой дороге можно проехать. Прикосновенье руками. Смотря что там впереди. Я слышал, что время стирает все. Ты слышишь стук сердца, эта коса нашла. Да, пролезем, наверное. И нет ни печали, ни зла. Ни гордости, ни обиды. Ты же не против? Есть только северный ветер. Они не против. И он разбудит меня. Там, где взойдет звезда Аделаида. А, ничего страшного. Задайте свій ритм від перших до останніх нот завдяки Spotify Premium. Слухайте всі улюблені плейлісти й альбоми в бажаному порядку та завантажуйте будь-які треки для відтворення офлайн без реклами. Лише музика, без перерв. Торкніться банера, щоб дізнатися більше. Thank you.
нас рисуют нас красным на сером. Цвета как цвета, но я говорю о другом. Если бы я умел это, я нарисовал бы тебя там, где зеленые деревья и золото на голубом. Место, в котором мы живем, в нем достаточно света. Но каждый закат сердце поет под стеклом. Если бы я был плотником, я сделал бы корабль для тебя, чтобы уплыть с тобой к деревьям и золоту на голубом. Не требуя любви от тебя, если бы я не боялся и пел о своем, если бы я умел видеть, я увидел бы нас так, как мы есть, как зеленые деревья с золотом на голубом. Держитесь левее. Ты дерево, твое место в саду. И когда мне темно, я вхожу в этот сад. Ты дерево, и ты у всех на виду. Если я буду долго смотреть на тебя, ты услышишь мой взгляд. Ты дерево, твой ствол прозрачен и чист. Но я касаюсь рукой, и ты слышишь меня. Ты дерево, и я как осиновый лист. Но ты ребенок воды и земли, а я... Я сын огня. Пока не кончится время и встретимся.
после конца. Защитен и смят, этот выбор был за мной, и я прав. Вот мой дом, мой ослепительный сад, и отражение ясных звезд в темной воде, 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 в темной воде. Поколение дворников и сторожей потеряла друг друга в просторах бесконечной земли. Все разошлись по домам. В наше время, когда каждый третий герой, они не пишут статей, они шлют телеграм. Они стоят, как ступени. Когда горящая нефть хлещет с этажа на этаж, и откуда-то им слышится пение. И кто я такой, чтобы говорить им, что это мираж? Ай-яй-яй. Мы молчали, как суслики, пока шла торговля всем, что только можно продать, включая наших детей.
отравленный дождь падает в гниющий залив, а мы все еще смотрим в экран, мы все еще ждем новостей. Приехали. И наши отцы никогда не солгут нам. Подожди, а, блин, так открыть же ворота. Они не умеют лгать. Ну, спасибо. Как волк не умеет есть мясо. Как птицы не умеют летать. Приехали на выход. Это, видимо, что-то в крови. Но я как сам прожёг огонь, который паркавались туда изнутри. Специально, чтобы не помешать. Я ушел от закона, да? Но так и не дошел до любви. Сейчас я его застерну. Не доехал. Но молись за нас, если ты можешь. Ладно, я помучаюсь. Надежды, но этот путь наш. И голоса звучат все ближе и строже. И будь я проклят, если это мираж. Черный ветер гудит над мостами, черной гарью покрыта земля. Незнакомые смотрят волками, и один из них может быть я. Моя жизнь дребезжит, как дрезина. Что прикольно. А могла бы лететь мотыльком. Моя смерть ездит в черной машине с голубым огоньком.
ты опять убился, собака. Не корите меня за ухарство, не стыдите разбитым лицом. Я хотел бы венчаться на царство или просто ходить под венцом. Но не купишь судьбы в магазине, не прижжешь ей хвоста угольком. Моя смерть ездит в черной машине с голубым огоньком. Мне не жаль, что я здесь не прижился. Мне не жаль, что родился и жил. Попадись мне, кто все так придумал, я бы сам его здесь придушил. Только поздно мы все на вершине, и теперь только вниз босиком. Моя смерть ездит в черной машине с голубым огоньком. Моя смерть ездит в черной машине с голубым огоньком. Здесь нас никто не любит, и мы не любим их. Все ездят на метро, ну, а мы не из таких. Ага, мы берем мотор, хотя в кармане голяк. И мы греем свой портвейн, мы пьем чужой коньяк. Я не люблю таганку, ненавижу арбат. Еще по одной, и пора назад. Здесь нас никто не любит и не зовет на флет. Не выставляют пиво, не готовит нам обед. Мы всем поддерживаем кайф, нам кайф вперед ломают немножко, кругом. Наверное. В Сокольниках и в центре один крутой облом. Здесь холодно и гадко, здесь очень небо мат. Еще по одной, и пора назад. И барышни в столице милы, но не для нас. Они не любят звезд панк-рока. Идут сплошной отказ, меня динамит телеграф, не выдавая перевод. Мне некуда укрыться, когда болит живот. Из порванных штанины глядит мой голый зад. Еще по одной, и пора назад. Там стрёмно в магазинах, там все не как у нас. Там не достать портвейн, продажа только квас. Народ там озверевший, он бьет друг другу фейс. Никто не слышал Stranglers, на топе только спейс. От этой всей достачи так и тянет на мат. Тут сколько всего? Еще по одной, и пора назад. Только поспать, наверное, да? Это ж вечер. Да не за что. Тебе спасибо. Двигайтесь прямо. Когда эту мощь дурацкую уберу уже отсюда? Я уезжаю в деревню, чтобы стать ближе к земле. Я открываю свойства растений. Я брошу в огонь душистый чабрец. Дым поднимается вверх, и значит я прав. Говорить со мной. Держитесь в правильности. Затем поверните направо.
Поверните направо. Ребята, мне очень надо, извините. Двигайтесь прямо. О, поздравляю. Так, где тут точка обзора? Где нам мультик сейчас покажут? Вот он. Оп. Ну, виды большой страны. 25 катсцен посмотрел я. Паласиус. Морской город. Город у моря. Да. Хорошо. Очень красиво. Если бы не трейлерный парк, вообще было бы здорово. А, ну хотя это может... Да, типа на отдых приезжают люди. Рыбку половить. Может, воздухом подышать. Радости тем, кто ищет, мужество тем, кто спит. 13 дней в сторону полной луны. Я думал, что это мне снится. Что же, здравствуйте, сны. По-моему, я знаю, зачем вы пришли ко мне. Так я уезжаю в деревню, чтобы стать ближе к земле. Все. Мультик посмотрели, песня закончилась, боксы открылись, все привезли. Всем спасибо и пока.